Сегодня очень много людей, а также, можно сказать, обществ, общественных организаций занимаются профессиональным спортом. Но ведь мы забыли, что детей воспитывают именно детские и юношеские спортивные школы. Мы забыли, что именно здесь, в детских и юношеских школах, рождаются те олимпийские чемпионы, которыми гордится наша страна. Я думаю, что новое руководство, очень хочу, обратило внимание именно на это. Конечно, не забывало профессиональный спорт, естественно, но и уделило внимание детским и юношеским спортивным школам.